Сегодня 20 июля, яровая пшеница, сорт Одета. А еще молочная, такая восковая, спелость, зерно давится. Еще есть зеленые листья. Растения встречаются зеленоватые. То есть вот флаговый лист зеленый, но уже все равно движется все к скорейшему созреванию. То есть через 10 дней эта пшеница будет готова к уборке. Сорт Одета. Это был первый сев яровой пшеницы 19 марта. То есть с момента уже прошло где-то 120 дней. Понятно, что пшеница очень долго. Сходила где-то месяц. Ну вот так, такую вот массу вегетативную сформировала с момента всходов за 90 дней. На вид, если исходя из опыта, да, то есть 50 здесь центнеров должно быть вот так внешне. Ну как будет, так будет. Так вроде бы пока все неплохо. По этому году. Предшественник здесь соя. Предшественник соя, почвообработка топ-даун. Безотвальная культивация тяжелым культиватором. Норма высева где-то 4-4,5 миллиона.